Добрый день, здравствуйте, уважаемые подписчики. И сегодня это видео будет не очень длинным, в котором я хочу, собственно, немножко объяснить свою позицию жизненную, которая немножко непонятна другим людям, видимо, которые недавно у меня на канале, или наоборот, очень давно. Итак, YouTube где-то после года удаляет видео из списка и переносит его не весть куда. То есть оно продолжает существовать, но где оно существует, я не знаю. Поэтому я точно помню, что я делал, какие видосы делал, когда я их делал, но я часто не могу их отыскать. К этому относится трилогия про Пелле Уоллена, Деда, вокалиста Махема, то есть... Вторая часть этой трилогии, я знаю точно, что она существует и что она достигаема. А вот еще две части, я не знаю, может быть, я их переделаю заново. Дело в том, что первая часть я снимал в Кронштадте, поэтому это было интересно. Но это было больше, чем год назад, и оно куда-то пропало. Вот. А интерес к Деду по-прежнему существует. Второе, это то, что, ребята, я должен вам это сказать, видимо, был давно уже, но я думал, что вы, в принципе, и так поймете. Но дело в том, что да, я начинал свой канал как гитарный, но очень быстро я убедился в том, что я не располагаю просто техникой, которая может сейчас быть конкурентоспособной для такой вещи, как гитарный канал. То есть у меня нету звуковой карты навороченной, у меня нету такой аппаратуры крутой, у меня нету такой возможности, чтобы показать вам там на экране какие-то вещи там. То есть я этого всего никогда не использовал. Этим занимались либо звукорежиссеры, либо какие-то ассистенты. Я же только пел и только играл. И единственное, что я всегда говорил, это что моя задача — это знать, куда включить гитару и где стоять на сцене. Все остальное меня не должно вообще никак волновать. Я никогда здесь не пытался особенно никого тренировать. Показал пару приколов поначалу, но я был неопытный еще тогда. Много чего не понимал, много чего не знал. А потом, когда я понял, началась вся эта заваруха, и мне стало просто неприятно этим заниматься. То есть на данный момент, как не хотите, как не крутите, как вам это нравится, не нравится, любая критика в адрес главного гитарного злодея будет только двигателем для его продвижения. Ругайте его, хвалите его, это не важно. Вы ему даете дополнительные силы, потому что человек, который не в курсе, сразу пойдет искать, что же это за человек такой. И маловероятно, что, встретившись с этим спрутом, он сможет от него так легко отлипнуть. С кем бы я мог сравнить его? Да, наверное, вот с тем самым ксеноморфом из фильма «Алиен», который плюется кислотой, который не отлипает и который не боится ничего, кроме огня. Но этого огня не хватает. Полный зашквар – это был разбор группы из четырех букв, которую по-русски надо писать с пятью, одним известным гитаристом. Я это видел. Господи, это же просто неописуемо, но насколько низко люди готовы скатиться, насколько, насколько люди вот мелки по своим вообще, в принципе, масштабам. То есть либо ими движет просто жажда наживы, либо они хотят кому-то что-то доказать, но я не верю в то, что человек после 35 лет не может сам дать себе отчет в том, как он играет. Как бы он ни играл. Я не умею играть, наверное, как умеет играть, допустим, в этот самый, как его, Петруччи этот, как его там зовут, его там, или как его там, второго этот, Бакетхед, или там, даже Серега Маврин играет лучше меня. Но почему я не умею это? Да потому что оно мне нафиг не надо. Я работаю в другом стиле, в другом жанре, с другими людьми. И совершенно не собираюсь быть там Маврику, допустим, конкурентом или кем-то еще. Из этих же соображений я не являюсь гитарным каналом.
Я показал вам все гитары, которые у меня были. В ближайшее время, скорее всего, у меня никаких других не будет, потому что я, по-моему, и так, в принципе, обеспечен всем, что у меня есть. Но тут другой вопрос, что если идет действительно какая-то война за умы, если идет действительно какая-то война за что-то, я не хочу участвовать в этой войне. Мой канал не будет гитарным каналом. Он будет, я буду продолжать разбирать какие-то вещи, рассказывать вам какие-то сказки, все что угодно. Может даже какие-то песенки мурлыкать, но я не буду вести гитарный канал. Потому что, ну, просто, во-первых, глупо лезть с копьем в роту автоматчиков. У них есть аппаратура, у меня ее нету. Я не сильно понимаю, о чем они там говорят. Я никогда не задавался вопросом, как бы, как это точно надо изобразить, кто там куда не попал, что такое рассинхрон, пересинхрон. Для меня всегда было только два критерия. Заходит, не заходит, нормально, ненормально, годно, негодно. А то, что сейчас вы меня не видите с гитарой в руках, это просто потому, что ну, я не хочу участвовать в этом крысином забеге. Я не хочу никого давить, я не хочу никого гнать. Я ничего этого не хочу, это не мое. Я не собираюсь просто совершенно тратить на это свои силы. Я не хочу, чтобы здесь была толпа народу, которая не в состоянии думать своей головой. Мне достаточно того, что здесь есть. Мне всегда было достаточно того, что есть. И в реальной жизни я, в принципе, тоже занят совершенно другими делами. Я не понимаю, откуда у этого человека и у этих людей вообще есть силы, время, чтобы проверять, сколько там, у кого у них там накруток, не накруток. Совершенно это все непонятно, поэтому абсолютно как бы, ну, не могу ничего сказать на эту тему и не хочу. Поэтому, если у меня и будут какие-то гитарные видео, только по просьбам людей и только исключительно в том формате, в котором я могу это дать. Но пока что у меня никто ничего особо не просил, поэтому я думаю, что так как оно есть, оно и так нормально. Тем более, что нажиманы, в отличие от гитароманов, это более доброжелательные люди. Они, видимо, более уверены в себе. А может быть, не знаю, может быть, у них культура более серьезная. Что касается гитарных каналов, ну да, ну кто-то меня лезет критиковать, кто-то меня лезет что-то такое. Но когда я пишу, что у меня не гитарный канал, это означает, что действительно не гитарный канал. У меня канал, можно сказать, так, развлекательный больше. А, и такой, ну не знаю, более такой, более обо всем на свете. Я не собираюсь зацикливаться на каких-то там конкретных тактах из какой-то там конкретной пьесы. И вам это не нужно, это не интересно, это, собственно говоря, никому не интересно. Для этого есть достаточно много людей, которые этим занимаются, которые с этого имеют деньги. Какого черта я должен в этом всем купаться, как бы? Если все купаются в этом озере, я в этом озере не хочу плавать. Либо я буду лучше всех, нет, не получится, у меня нету такой аппаратуры. Либо я не буду участвовать в этой игре. Я в любом случае выйду победителем, просто я имею право не участвовать в этих делах. Да и не могу я технически чисто и физически тоже не могу. Так что, ребята, если вас интересуют какие-то истории про Деда и что-то еще, я постараюсь их еще раз разыскать и найти на них ссылки, потому что действительно странно, я их сам не могу найти, честно говоря. Я знаю, что эта тема была очень востребована, что она по-прежнему очень многим интересна, и про Варга, и про все это такое. Про это я готов рассказывать сколько угодно, если у меня только на это будет время. А время с сами знаете, оно непростая штука, уходит оно быстро и все такое. Так что, ребята, у меня не гитарный канал, у меня не гитарный канал. Да, я умею что-то там играть на гитаре, да, все такое, но я как бы считаю, что я еще кое-что умею. И, наверное, я лучше буду заниматься тем, чем никто еще до меня не занимался и после меня, видимо, не будет. Это то, что вы сейчас, собственно, и видите на моем канале. Такой вот канал, такой вот человек. Вот и все. Гитарным
детальных дел я здесь касаться не буду. Просто потому, что мне этого хватает в реальной жизни. Насчет просьбы перечислить все проекты, все альбомы и все такое. Ребят, я же не знаю, кто какой альбом слышал. Какие-то альбомы были записаны 20 лет назад, а какие-то альбомы были записаны совсем недавно. Если насчет какого-то альбома у вас есть вопросы, то задавайте конкретно касаемо альбомов, касаемо хронологии, там, не знаю. То же самое с проектами. Так просто на вопрос, где, что, когда, где, ответить я не могу. В Ютубе это очень длинные ответы. Я, честно говоря, не уверен, что кто-то их читает. Как бы. В общем, кто хочет, тот находит. Это я всегда говорил, что кому надо было меня найти, те меня находили. Кому надо было что-то узнать, те узнавали. А если не узнавали, значит, видимо, то ли не хотели, то ли им не надо было. Так или иначе, правила у меня здесь очень жестокие. За маты, за хамство я блокирую моментально. Могу еще нахамить, наверное, еще вслед иногда, если у меня на это есть моральные силы. Но я не буду делать канал таким, каким вы сейчас видите большинство так называемых гитарных каналов. Нет, этого не будет. По крайней мере, если будет, то не так и не то. Ну и все. На этом пока что я с вами прощаюсь. Не поддавайтесь никому. Кто бы вам ни говорил, хороший, плохой, какой бы он ни был, верьте только собственным ушам, глазам и ощущениям. И слушайтесь своего сердца. Все остальное это приходящее.